Токар опять настроится на 720. Где твоя крутка, Токар? Что-то не то. Короче, не тренил я очень долго, и надо разомнуться, что-то сделать такое. Но я вообще никс вылить, ни триста, ни триста. Что надо делать? Пора восстановиться. Восстановился. Восстановление идет полным ходом. Короче, да, для разминки пойдет. Не очень все сделал, но я только залез на турник практически. Токарь идет. Я тоже дома ничего не делал, то да, тренит 720 уже 3 года. Каждый день подряд. Говорит, ничего не тренит. Ой-ой-ой, нет. Не туда. Ай, лучше что-то другое. Матраса уже очень мало. Больно падать. Дополнительный момент, токарь идет пробовать солнышко на 360 градусов. И что это будет? Извиняюсь, что я такой эмоциональный. Почти. Просто я такой эмоциональный. Короче, пацаны, задумал такую связку, которую я еще могу исполнить, потому что элементы стабильные. 720, солнышко на 360, и можно еще что-то, какая-то 900 раз. Ну, это будет слишком, но можно 720 на махе вперед. После... Ё-моё, опасно. Топ-3 смертельных связок. Третье место. Повезло, продолжай. Повезло. Вот это прикол. И что это? Вот. Фух. Вы понимаете, что если бы он сделал, он бы был вот там где-то. Потому что у него это, обратки да, нулевые. Ничего, я дрогнул. Хочешь? Я тоже так хочу. Токарь идет пробовать 720 верхних ватов. Чем это закончится? Да, он упадет на жопу. А, на ноги, неплохо. Это уже можно поставить лайк Токару, подписаться на него, скинуть ему 1000 рублей. Опа, что я сказал? Что я говорил? Солнышко на 720. Вау. Вау. Короче, придумал я связку. Сильную связку. Солнышко на 360, в 720 и в 360. Никто не делал. Я попробую сделать. Так что да. Пожелайте мне удачи. Этот мальчик самоубийца. Она делает смертельную комбинацию. Турник полностью мокрый, а он идет делать. Последний вздох. Вау! Ничего себе! Одна попыточка и все. Первый в мире. Первый в мире, да. Смешно. Токарь аккуратно. Блин. Ну он элегантно делает, он так плавно. Но нестабильно. Короче, я пробую. Вот, кстати, футболочки Нелум. Сейчас нету наличия, но скоро будет, если будет много заказов. Цена немного дороже, потому что нету. Просто найти такой типа принт. За большой принт, за дешевую цену. Я не хочу продавать по 500 гривен, хотя бы по 300-350, но сложно найти. Но кого интересует, пишите, ссылка в описании. Этот мальчик пытается самоубиться.
Пробую 900. Он, короче, делает смертельную комбу. Турник полностью мокрый. Не знаю, что похоже на то. Все, пацаны, это однозначно, единогласно. В любом случае, ставьте лайк. Ой-ой-ой. Кстати, это может быть последняя теплая тренировка, потому что придает очень плохую погоду. Кстати, кто помнит, что токарь показывал летом? Какие он комбо раздавал? О, ну это... Давай, давай, токарь, токаринью, давай. Блин. Все, давай, 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 давай. Да, 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 пойдет. Давай. Куда, токарь? Вдруг кто не понимает, насколько сложно солнышко 360 в 900, то попробуйте, не знаю, просто солнышко нормально сделать. Потому что я знаю, вы там смотрите, для вас, типа, фигня, 720 в 900 делала, солнышко эти, типа, это реально это очень сложно. Это первые попытки, да? Тем более, да, первая попытка. Не знаю, что дальше мне пробовать, но токарь продолжает пробовать. Мы все верим. Ну, блин, ну что такое красота? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Забираем отсюда колоночку. Ой. Снимаю токара, снимаю эту машину. Он говорит, что он сделает. Я верю, что он сделает. Мы все верим. Давай, давай, топ. Блин, куды, куды? Говорит, что хочет еще раз. Но это, наверное, уже не принесет какой-то результат, столько попыток. Пацаны, если у вас такое есть, то больше не пробуйте элемент. Ну, это я по своему опыту говорю. Ну, только сделай еще. Да, 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 все-таки. Мое предположение было правильное. Очень сложно пошла эта связка. Я просто, наверное, физуха очень слабый. Давно я не делал эти долгие связки, давно не делал. Ладно, что сделал. Давно такой прогрессивной тренировки не было. Извиняюсь, конечно, что говорю и снимаю деревья и токарь. Просто себя не люблю снимать. Прикиньте, токарь делал принцесс ласточки когда-то. А сейчас что? А сейчас нихера. Зимой сделаю. Зимой, уже скоро зима. Токарь думает, что если я ему показал back-to-back, он сделает. Сейчас проверим. Ничего себе! Токарь, лучше пристреляйся. Токарь, послухай, еще трошки твои ноги. Можешь забирать один мат. Я думаю, будет трошки прохладно. Не... О, хорош. Ну, всяк, нехуй. Ебать, это... Давай. Давай, супер, зайшов, зробив. Давай, бля.
Читокер идет. Пробую то, что я хотел. Под колени. Но он не сделает. Ёп! Короче, да. Немножко не долетел. Лева рука ловится тіло. Але я лише дарю. Я так подивився, я міг пробувати це не поруки. Да, ти міг. Можна? Ні, Дріша! Ёпту! Токар делает 720 спустя миллион лет почти, почти токар, хорош. Трэш. Давай, 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 токар. Блёх. Это может быть первое 720 после меня в этом лесу. Переплавливаем турник. Что предложите сделать вместо турника? Я ебу! Fire show. Давай. На максимум, спали турник. Бля, на максималку, и він сцепив у дрова. Короче, такая ситуация, он грелку включил на максимум, там... Эта крышка слетела. Ну, не крышка, а вот это слетело. И... Короче, пацаны, я очень сильно тупанул. Я вместо того, чтобы дать... Короче, вместо того, чтобы дать меньший огонь, дал больший. И у меня рука загорелась, я выкинул грелку, и сейчас она тут догорает. Мы всякими гарбузами ее закидали. Признайся, что тебе просто нравится, как оно горить. Ну, мы идем тренить дальше. Только 720, а ну. Там, кстати, когда прикрутился в огонь, тебе треба було в бік забрати и покласти там, где нема вогня. Back Блю! Токар! Короче, не сильно повредил палец недавно, и сейчас он идет доделать 720. Спустя очень долгое время. Это время настало. Момент истины. Злился! Да, блядь! Куда ты впав? Давай делай! Давай! Все, Гриша, останний кулачок. Все. Да, блядь! Если делать новый элемент. Йоу. Напишите в комментариях, как это называется. Бля. О. И угадайте, что токарь идет делать. Да, вы угадали все. Токарь идет делать. Ну, только идет падать, как обычно. Блин. Забирайте нахуй. Бать ты гонишь. Блин, как мне крутку дать? И токар делает контру. Что за кач? Блядь, куда еще? One, two, three. Yeah.